друзья, вы снова на нашем канале, меня Николай 48, и как обещал, я покажу еще три теннисных стола, новых, всекородние и для закрытых помещений. Так, ну первый на обзоре у нас появится стол S387i, предназначен для закрытых помещений. Так, что же в нем самого хорошего? Первое, это толщина для стоп плиты 19 мм, которая обеспечит отличный отскок шарика. Идет металлическая окантовка, как вы видите. Вот стол идет синий-белый, либо черно-зеленый может быть. Дальше посмотрим систему складывания. Вот так он будет выглядеть. Вот легким движением руки мы получаем вот такой вот замечательный стол. Дальше мы будем пробовать отскок шарика. Так как я говорил, 19 мм это обеспечивает хороший отскок шарика. Смотрите. Играть на таком столике действительно много удовольствия. Давайте покажу, вы можете играть в гордом одиночестве. Ну вот как вы видите. Также хотелось бы показать систему складывания. То есть вы увидели, как я его разложил, давайте покажу, как его складывать. Еще так. Мы подвигаем фиксатор, просто поднимаем стол. Опять же таки, если есть маленькие дети, и вы боитесь их безопасности, сами они стол ни в коем случае не смогут разложить. Вот, видите, где нужно. Вот, так что можете смело выставлять его где-то возле детей. Вот так он будет выглядеть. Как по мне, очень красивый стол, чтобы поставить у себя за городом. Перед вами стол, который вы сможете свободно выставить на улицу, и он не будет бояться ни дождя, ни прямых солнечных лучей, снега, ему без разницы. Основа стола — это у нас меламин, здесь 5 мм идет, цвет зеленый, точно так же идет металлическая окантовка по периметру всего стола. Как вы можете видеть, укреплен он еще металлической такой вот основой, которая крепится на столешницу. Колесики у нас будут прорезиненные, система складывания точно такая же, как была в предыдущем столе. Это примерно делается вот так. Ну и как принято, сейчас мы будем пробовать, какой будет отскок шарика на данной модели теннисного стола. Ну итак, давайте посмотрим. Как вы видите, отскок шарика действительно немножко хуже, нежели на столе для закрытых помещений. Но опять же, повторюсь, можно это компенсировать, просто подобрать правильные шарики, которые есть у нас. Ну, смотрите, как он будет попробовать. Вот, ну вот примерно такой будет отскок. Опять же, хотелось бы заметить, что все столы от фирмы Спанета комплектуются сразу же сеткой, потому что в всех остальных брендах сетку вы будете покупать отдельно. Опять же, хочу уделить внимание системе складывания теннисного стола. Крючок подняли, все очень просто и все очень надежно. Немцы. Ну и третий стол, это у нас 372i, также он предназначен для закрытых помещений. Смотрим на столешницу, это 19 мм. Также металлическая окантовка, которая позволит вам свободно на него опираться, и вы не будете заморачиваться, что там где-то что-то треснет или отвалится. Опять же, стол укомплектован сеткой, идет изначально. Удобное место для хранения ракеток. Давайте покажу. Берем ракетку, просто вставляем. Здесь у вас будут шарики. Вот. Конструкция стола, если честно, оставляет желать лучшего. Ну, говорю сразу. Очень неудобно то, что один ножки поворачиваются по своей оси, вторые же стоят стационарно. В предыдущих столах это немножко было и продумано. Ну и ценовой диапазон, соответственно. Система складывания, раскладывания. Также мы имеем такой же фиксатор. Вот, поднимаем его пальцем вверх, подняли. Стол на себя, опустили. Пожалуйста, вот такой вот стол. Ну, сейчас будем пробовать его. И все-таки это немецкое качество. Отскок шарика очень отличный. 19 мм дает о себе знать. Давайте посмотрим, как он делит. Вот, примерно это будет так, опять же таки, смотрим на систему складывания. Фиксатор. Ставим стол в исходное положение. Как вы увидели, у нас в магазине есть из чего выбрать. Выбор колоссальный, аксессуары, столы и все прочее. Приходите к нам в магазин, не забываем подписываться на наш канал, ставить лайки, заходите к нам на страницу Facebook, ссылка будет ниже. Всего хорошего, до новых встреч!